Привет, я Кирилл Полянский, игрок хоккейного клуба «Сахалин». Дорогая икра, далеко, что-то интересное. После армии люблю все есть. Все есть, особенно когда жена готовит. И теща, и мама, конечно же. А фамилию Полянский носить надо. Это, наверное, одно из правил. А так, работать, трудиться... Ну, в душе быть лучше просто, самому для себя. Универсиада, ну, это первый раз я играл за сборную России, под флагом. Что-то больше, чем за клуб. Это было интересно, какое мероприятие. Правда, не повезло, что организация получилась в тот год не так, как... В общем, одну страну обязали. Одна отказалась из-за кризиса, вторую обязали принять универсиаду. И организация была не на том уровне, как обычно. Любимый город – город Томск. Это, наверное, любимый город, потому что, опять же, родной. Ну, а так, больше всего мне нравится, наверное, сейчас Сингапур. Все вообще шикарный город. Хочу в Сингапуре жить. Закончу с карьерой, точно поеду в Сингапур. В этот отпуск, ну что, собрались с женой. Неожиданно так, якорями, скажем, поехали по Азии. Давно хотели в Азию, вот заехали в Сингапур, Гонконг, на островах на Филиппинских побывали. Блин, ну шикарно, все цветет, все живет. Вообще, очень доволен. Ну и занимался, готовился к Сахалину. Блин, цивилизация мечтает. Да, не мечтаю, а ожидаю хорошей цивилизации. Но опять же, эта лига отличается от той же высшей лиги, то, что не будет автобусов, как я понимаю, будут все перелеты. Ну, уровень, высокий уровень организации. Как говорят, там все японцы, корейцы очень быстрые, такие достаточно интересные хоккей играют, надо будет много бегать. Ну, ожидать чего-то такого новенького, как, насколько я понимаю, высшей лиги, когда я играл, там можно было не очень скоростной хоккей играть. Видимо, здесь придется побегать. Жена. Хорошо, не побил. Ложь. Не люблю, когда врут. Честно, люблю людей. Ну или откровенно, скажем так. Наверное, что-то из Америки. В Нью-Йорке, может быть, или в Лос-Анджелесе. Да, Майами. Майами точно. Точно хотят быть. Я разную музыку люблю, но Филипп Киркоров раз. Знаю. Да и, наверное, два и три тоже. Остальные просто. Ну, все нравятся. Просто нравится. Приятная для слуха музыка. Ну, не могу тоже слушать все песни одного Филиппа, а всех подряд, по чуть-чуть. Ну, я единственный ребенок в семье. Отец военный, а мать домохозяйка. Ну, как обычно бывает. Еще я из военного городка, воспитали меня отлично, строго так по-военному. Я бы, наверное, был военным или пошел бы в курс. А я вот, допустим, монетки коллекционирую. Ну, вот, наверное, лет с 10 я уже все подряд, все русские монетки собираю. И все монетки стран, со стран, которые я ездил. Ну, там, копейки до каких-то долларов, которые я могу приобрести по 100 долларов. Если не сохраняю, они тратятся. Ну, кто-то откуда-то приезжает, привозит. Ну, у меня такая книжка толстая, листочков. Там очень-очень много монеток. Может быть, когда-то она станет реликвией.